Китти-Жиград представляет «Приключения Смайлика». Жили-были брат и сестра. Брата звали Петя, сестру – Маша. Летом они отдыхали в деревне. Как-то раз Петя говорит Маше: «Пойду-ка я в лес за грибами». А Маша отвечает: «Не ходи, братец, а то заблудишься». Не послушал Петю сестру, взял корзинку и пошел в лес. Идет Петя по лесу, грибы собирает. Грибов много. Петя целую корзинку набрал. Да заблудился только. Загрустил Петя. Шлет сестре смс-ку: «Я заблудился». Получила Маша сообщение и решила помочь брату. Послала ему смайлик, чтобы смайлик его домой привел. Покатился смайлик по дорожке и в лес прокатился. Катится по тропинке, хихикает, а навстречу ему серый волк идет. «Смайлик, смайлик, я тебя съем!» А смайлик не испугался и отвечает: «Так и быть, съешь меня, серый волк». Вот волк его и съел. Да только смайлик это съесть нельзя. Он захихикал и дальше в лес покатился. Хотел было серый волк рассердиться, но не смог, лишь рассмеялся. А навстречу смайлику медведь идет. «Смайлик, смайлик, я тебя растопчу!» Смайлик не испугался и отвечает: «Так и быть, растопчи меня, медведь!» И стал медведь его топтать. Только смайлика растоптать-то нельзя. Он захихикал и дальше в лес покатился. Хотел медведь рассердиться, но не смог, лишь рассмеялся. А навстречу смайлику уже лиса бежит. «Смайлик, смайлик, я тебя в норку утащу». Смайлик не испугался и отвечает: «Так и быть, тащи меня в норку, лиса». Тащит лиса смайлика в норку, только утащить не может. Разве можно его в норку утащить? Размеялся смайлик и дальше в лес покатился. Хотела лиса рассердиться, но не смогла, лишь сама рассмеялась. Катится смайлик и видит: на полянке под деревом грустный Петя стоит и смс-ки пишет. Увидел Петя смайлика, перестал грустить, рассмеялся, схватил смайлика за руку, и они вместе домой пошли. А дома их Маша ждала, блинов испекла. Наелись они блинов и стали в деревне дальше жить-поживать. До самого конца каникул. Только Петя в лес без спросу больше не ходил.